Динамика положительная. До этого на лапках плохо стоял. Есть то ли слабость, то ли неврологический дефицит. Сейчас аппетит у него в норме, состояние улучшается. По рефлексам коленные в норме, бедренные чуть-чуть ослаблены. И также имеется ссадина на теле. По поводу общего анализа все норм. У него взят малый профиль генопаразитарный, отправлен в лабораторию. Ждем заключения. Грубо говоря, все.